Здравствуйте! Раз вы смотрите данное видео, значит, вас заинтересовал самый популярный товар для дачников и для жителей, так сказать, частных домов, а именно компактный вибрационный насос. В данном случае это насос торговой марки Зубр, родничок, модель НПВ-240-10. Циферка 10, кстати, означает, что насос укомплектован электрическим кабелем длиной 10 метров. Сразу скажу, что есть модели такие же, но с более длинным кабелем. В данном случае производитель дает на насос Зубр гарантию 5 лет, что, в общем-то, очень заманчиво. При небольшой мощности 240 Вт насос обеспечивает максимальную высоту подъема воды 60 метров, максимальная производительность 24 литра в минуту. Также производитель отмечает, что обмотка двигателя насоса выполнена из меди, подсоединительный размер шланга 3/4 дюйма. Повторюсь, насос торговой марки Зубр, вибрационный родничок. Упакован вот в такую картонную коробочку. Здесь имеется достаточно подробное описание технических характеристик. В частности, указан график зависимости высоты подъема воды и производительности в литрах в минуту. То есть вы можете сами для своего конкретного случая определить, подходит ли насос под ваши пожелания. Ну, давайте заглянем внутрь. Коробка опломбирована, я вот аккуратно пломбочку снял. Давайте заглянем. Так, насос, шнур, провод, документация. Посмотрим, какая у нас должна быть комплектность. Что у нас идет в комплекте? Насос вибрационный, одна штука, есть. Шнур копрованный, 10 метров, тоже есть. Инструкции по безопасности присутствуют и, соответственно, руководство по эксплуатации. Ну что ж, комплектность полная. Посмотрим сам насос. Насос традиционной компактной формы, диаметр опять-таки традиционный, который можно опустить в трубу 100-миллиметровую. 10-метровый, повторюсь, электрический кабель, 5 лет гарантии имеется, шильдик. Соответственно, штуцер для подключения шланга размером 3/4. Имеется специальная проушина для подвязывания насоса на капроновый шнур и, соответственно, его подвеса в колодце или в скважине. На задней части, на нижней части основания, опять-таки, указано, что это торговая марка Зубр, насос-родничок вибрационный. 220 вольт, 240 ватт, сделано в России. Но вот такое вот изделие. Соответственно, включать мы его в розетку сейчас не будем, поскольку без воды мы его, как говорится, побережем. Я думаю, это вы сделаете сами, когда приобретете данный товар. Ну и надеюсь, что он будет служить вам долго и верно, но в случае чего гарантия от производителя 5 лет. Вот такой небольшой обзор. Рекомендую.